Сделайте пару раз такой хлеб и уже не вернетесь к покупному. Конечно, он требует времени и усилий, но результат того стоит. Расскажу вам о том, как приготовить хлеб деревенский из трех видов муки. Можно выпекать хлеб в духовке или воспользуйтесь хлебопечкой. Мой рецепт для духовки, поэтому доступен всем желающим. Получится мягкий и ароматный хлебушек. Его можно нарезать для бутербродов с маслом и икрой, а также подать к первым и вторым блюдам. 1. Нагрейте воду, но не доводите до кипения. В ней растворите дрожжи, добавьте пару столовых ложек пшеничной муки и хлопья. Отставьте миску на 15-20 минут для активации дрожжей. 1. Нагрейте воду, но не доводите до кипения. В ней растворите дрожжи, добавьте пару столовых ложек пшеничной муки и хлопья. Отставьте миску на 15-20 минут для активации дрожжей. 3. Накройте тесто полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 60-120 минут, чтобы оно хорошо поднялось. 4. Разделите тесто на второй части и из каждой сформируйте хлеб продолговатой формы, больше напоминающий батон. Сделайте несколько насечек подлиннее и оставьте хлеб еще на полчаса. 4. Разделите тесто на второй части и из каждой сформируйте хлеб продолговатой формы, больше напоминающий батон. Сделайте несколько насечек подлиннее и оставьте хлеб еще на полчаса. 6. Достаньте хлеб и дайте ему отдохнуть несколько минут. А затем нарезайте его и пробуйте.